оделась. Платье беленькое. У нас очень жарко после дождя. Поехала я в город за шторами. Вот так я себя подстригла сама. Как говорит Дмитрий Медведев, денег нет, но вы держитесь. Купила себе вот такую кофточку беленькую, мягкая такая, в Остине покупала. У нее трикотаж такой мягкий-мягкий. И в брюки влезла, которые может 200 лет в обед. Они достаточно нормальные, они такие спортивного стиля. Ну, они и как городские. У него лампасик здесь черненький такой сбоку. Вот. Сейчас одену свои новые туфли. И вот так подстриглась. Мне даже самой понравилось. Просто шикардос. Просто шикардос. Как мне тут сказал один товарищ. Такая женщина стала. Готова вскружить всем голову. Говорю, господи! Никто не кружит голову. Такие дела. Я бы себе ни в жизнь никогда не подстригла. Всегда как-то боялась. А тут подстригла, нормально все сделала. Здесь вот маленько подбрила станком. У меня такой станок. А у меня даже не станок, это бритва мужа осталась. Электрическая. Она на батарейках так-то. Но мне очень понравилось. Зачем платить 700 рублей, когда можно все сделать самой? Я теперь буду, то есть оно будет маленько отрастать. Здесь корректировать. И все хорошо. Так что всем хеллоу, всем гудбай. Поехала я за шторами на 13:30. Пойду потихонечку. Всем пока-пока.